очень простой элементарный мастер-класс, который показывает качество нашей стирки. Вот наша стирка бамбуковая. 1 литр на 40 стирок. Примерно около 300 рублей цена этого продукта. Это мы взяли магазинный порошок детский. С первого дня жизни ушастый нянь. Все этот порошок знают, он продается во всех магазинах. Здесь написано, что порошок для стирки детского белья. И вот здесь внизу написано на 4 стирки. Здесь. На 4 стирки. То есть, да, вот, внимательно посмотрите. На 4 стирки, да? Стоит он примерно 100-120 рублей в магазине. И давайте посмотрим, как работает наш порошок, как работает. Так, вот насыпали. Сюда. И насыпали. Наливаем очень-очень мало, потому что наш концентрированный порошок. Вот, да? Да. Видно? Вот такая мутная водичка. И так будет всегда, независимо холодная, горячая вода, независимо от того, сколько дней будет стоять. Этот порошок, он не растворяется. Даже мы делали опыты и 3, и 4 дня стоял, и он все такой же мутный. То есть вот эти вот хлопья, они вообще не растворяются. И, соответственно, они остаются на белье, и они не выстирываются. И это вот нам предлагают нашим детям, вот эти фосфаты. Фосфаты — это очень вредные вещи, которые попадают на кожу ребенка через белье и не выполаскиваются из одежды. И давайте по цене теперь. 40 стирок стоит 300 рублей, 4 стирки стоит 120 рублей. Получается, если перевести на 40 стирок, этот порошок будет стоить 1200 рублей. Соответственно, в 10 раз дороже. Да, 300 рублей и 1200 рублей. Здесь, по-моему, все понятно, никому ничего не надо объяснять, что зачем нам вредное так дорого, полезное нам лучше, полезное и очень дешево. Согласны?